Всем привет! Я веду канал на YouTube Targeted Individual. Сегодня я выбрался погулять, чтобы записать новый влог и поделиться с вами больше информации о таком явлении, как сити-террор. За границей же это называется Targeted Individuals. Сегодня я попытаюсь снять факты ганг-сталкинга, ну и в общем шоу, которое устраивают преступники. А также попытаюсь пролить свет на все их преступления, которые как бы скрываются за ширмой секретности и тайности. Жаль, мне не удалось заснять, сегодня суббота, поэтому людей как бы больше, еще не такое позднее время, как и раньше выбирался, то есть можно видеть скопление народа. Ну и там, как всегда, в общем, они нанимают вот для этого дела всяких там молодых людей, да, которые идут и так скользь, типа там что-то поправляют волосы, а в это время наводят на тебя камеры. Можете видеть, постоянно выставляют вот так вот машины, дабы... Ну вот видно, что он смотрел на меня зло так. На телефон держал в руке, я думал, сейчас обратно повернется на меня. Ну вот, как видим, выставляют машины по всему периметру. Вот так вот с аварийкой, даже в тех местах, в которых обычно и не становится, и незачем становиться даже. Специально как бы, чтобы на каждом отрезке пути тебя отравить различной химией, там, ядами, психотропами, и чтобы вот ты вышел из дома, например, там, в трезвом уме и рассудке, но чтобы по мере продвижения тебе все становилось хуже и хуже, либо просто чтобы тебя таким образом это расколбашило все больше и больше, чтобы ты проявлял потом на людях, и куда ты направишься, неадекватное поведение. А, ну вот, уже, в общем, началось, как всегда, с ухому телефона, вот, идет молодой человек, это они обычно так снимают. Ну и, конечно, множество людей, просто говорящих по телефону. Я иду сейчас навстречу с еще одной жертвой. Еще одной пострадавшей здесь из Минска. И поэтому, возможно, я перестану записывать. Вот еще они также делают там всякие, можно сказать, сексуальные знаки, так что девушки многие картинно и показушно начинают так облизывать губы передо мной. То есть я прохожу. Бывало так, что вообще до смешного доходило, что в магазинах они специально принимают там всякие позы там. То есть, ну вот эти с облизыванием губ, то есть настолько непрофессионально вот это вот игра вся. И в общем, поэтому я и решил, что лучше выходить все-таки, ну, поздно, когда меньше народу и меньше вот этого показательного шоу, потому что просто невозможно вот на это все смотреть. Им главное, насколько я понимаю, это просто реакция, потому как один раз я был отвлечен вообще, но не обращал внимания и услышал скользь, что, ну, когда проходил какой-то рядом человек, говорил, что вот, хоть какая-то реакция появилась у них. Так что могу посоветовать сохранять хладнокровие и, ну, заниматься своими делами. Куда вышел, туда идти, но не обращать внимания на их эти все проделки и все это шло. Кто еще не был в Минске, вот эта вот станция метро Пушкинская. И вот это Макдональдс здесь.
центр, конечно, но...